генералы фактически выставили Алиева дураком на весь мир, а это обидно и неприятно. Есть такая поговорка: вначале ты работаешь на свой имидж, а затем имидж работает на тебя. У президента Азербайджана, Ильхама Алиева, все получилось с точностью да наоборот. Вначале он десятилетиями создавал прогнившую насквозь и лживую вертикаль власти, а теперь сам же стал жертвой системы, которую создал. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал блогер, журналист Александр Лапшин. Азербайджанские генералы настолько убеждены в том, что сидящий в своем дворце Алиев не контролирует ситуацию и оторван от реальности, что, не моргнув глазом, соврали ему, что сумели захватить большую часть Карабаха, включая Гадрут. Почему заострили внимание на Гадруте? Просто этот городок расположен на главной дороге в Степанакерт, столицу Нагорно-Карабахской республики. Мне это напомнило путч в Горбачевской России в 1991, когда Горбачева фактически изолировали, как неспособного исполнять обязанности президента СССР, при этом делая от его имени заявления и отдавая приказы. Думаю, азербайджанские генералы считали, что Алиева можно кормить дезинформацией, а потом с помощью Аллаха они все равно Карабах захватят, и тогда их ложь вроде как подтвердится. Но затем дела пошли плохо. Не удалось захватить ни Гадрут, ни Физули, ни Джабраил. Между тем, Алиев поспешил сделать заявление, что Гадрут взят, чем сильно насолил своим хитрым генералам, которым пришлось в спешке и панике бросить все силы на захват Гадрута. Поэтому, наплевав на прекращение огня, спасая свои никчемные жизни, алиевские генералы бросили порядка 200 бойцов турецкого спецназа вместе с сирийскими исламистами на Гадрут. Взять Гадрут не было никакого шанса, но им надо было хотя бы поднять флаг Азербайджана, снять видео с флагом на телефон и затем сбежать оттуда. Для отчета Алиеву достаточно. Но этого у них не получилось. Оставив почти 100 трупов турок и сирийцев на улицах Гадрута, они сбежали оттуда, так и не сняв видео. Перехитрили сами себя. Теперь я не завидую этим, с позволения сказать, генералам. Даже не знаю, чем они объяснят Ильхаму свою ложь. Фактически, они выставили главу государства дураком на весь мир, а это обидно и неприятно. Кстати, у меня есть идея для азербайджанских силовиков. Отправьте в грузинский город Чатура ту самую тройку артистов, которая разыграла разговор между армянской тетушкой и двумя азербайджанскими военными. Почему Чатура и при чем тут Грузия? Так рельеф местности похож, город в глубине ущелья, немножко похож на Гадрут. Быстро переодеваетесь в азербайджанскую форму, достаете из чемодана бережно свернутый флаг Азербайджана, поднимаете его над заброшенным чатурским комбинатом по переработке руды и кричите «Гадрут без имды», снимая это на видео. Как вам моя идея? А мы все вам поверим, честная пионерская. Главное, из кадра уберите грузина Гиви, он любопытный. Может вам испортить всю малину, если крикнет «Эй, Биджа, Гамарджоба», написал он.